Ну тебе и Starlink. Это звезда Большой Медведицы. И вдоль нее паровозик. Так это я направил на верхняя звезда ковша Большой Медведицы. Откуда бы мы воду наливали? Так, ну что ж, очень-очень облачно. Очень плохо видно. Не знаю, давай вот так. Может, увидим Большую Медведицу. Так совсем не интересно, да? Давай я. Looking for the Starlink train from my trench. Так, это Запорожская область возле города Орехов. Да, но это первый раз, когда хоть как-то, но вполне видно, что летят. Ёлки-палки, хочется все-таки, чтобы на фоне Большой Медведицы это все смотрелось. Всего троечка звездная величина, поэтому, конечно, приходится сильно приближать. Так, по-моему, это все, да? Ну что ж, и на том спасибо. Через Большую Медведицу пролетела наша... Давайте сейчас покажу вам еще за одним разом. У нас рядом с Луной Сатурн. Это Луна. Берусь это доказать. Сейчас уменьшу выдержку. Но тогда мы не видим Сатурна. Ну а так видим Сатурн. Сделаем так, коротенько. Сейчас я еще одну сделаю видеозапись. Где на других настройках светочувствительности. О, вы все жутко мыльные, да? Просто чтобы было видно, что это действительно Сатурн.